10 января для пассажиров наземного транспорта города Казань начал действовать новый тариф. Цены на проезд поднялись на 4 рубля. Теперь при оплате банковской или транспортной картой билет стоит 35 рублей. При этом цена за оплату наличными осталась прежней. Сейчас основной объем оплат идет именно по банковским картам и транспортным картам. Да, за наличные практически никто не ездит. Поэтому повышение цен в сегменте наличной оплаты никакого эффекта не даст. Одной из основных причин, по информации, представленной на официальном портале города, является повышение цен на дизельное топливо. Помимо этого, немалую роль сыграла и инфляция. Специалисты подчеркивают, что факторов много. Повышение цен напрашивалось уже давно. Это связано с общим увеличением расходов перевозчиков. Тут даже дело, наверное, не столько в топливе, как это обычно бывает, а в необходимости увеличивать и зарплату персонала, и увеличивать затраты на ремонт и обслуживание техники. Между тем, стоимость одной поездки по электронному проездному билету на сегодняшний день составляет 25 рублей. Эксперты подчеркивают, что в погоне за выгодой горожане могут просчитаться. Такой билет рассчитан на 100 поездок в месяц, часть которых пассажир может и не совершить. В ближайшее время повысится стоимость проезда и в Казанском метрополитене. Накануне премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление. Маргарита Михайлова, Универньюз.